Казани подвели итоги юбилейного 25-го конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Хрустальное перо». Вручение наград состоялось на сцене культурно-развлекательного комплекса «Пирамида». В этот раз на творческое состязание поступило почти 1700 работ. Из них 978 на татарском языке и 718 на русском. География конкурса охватила весь Татарстан. Цели популярного в республике творческого состязания – это содействие росту профессионального мастерства и компетентности журналистов, повышение уровня доверия к СМИ и развитие масс-медиа в республике. Обладателем гран-при премии «Хрустальное перо» стал преподаватель, заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Института социальных философских наук и массовых коммуникаций КФУ Васил Грифулин. Я получил очень много и поздравлений и от выпускников наших, и от коллег по цеху. Радует, что труд журналиста-теоретика, журналиста-педагога оценен. И это редко бывает, что награждают именно не практика журналиста, а человека, работающего в области подготовки журналистских кадров. В интервью Васил Гарифуллин подметил, что в нынешнем году также отмечается и 60-летие журналистского образования в Татарстане. Впервые в истории конкурса «Хрустальное перо» гран-при еще в 2005 году получил наш наставник, первый декан факультета журналистики Флорид Ахметович Акзамов. Он был очень скромным, честным, порядочным человеком, гуманистом. Изучал проблемы гуманизма в журналистике, в своих трудах. Обладатель гран-при отметил, что журналистика – это не работа, а образ жизни. В качестве наставления Васил Гарифуллин пожелал будущим журналистам в первую очередь быть честными, трудолюбивыми и с трепетом относиться к своей профессии. Награды же придут сами. Амир Ахтямов, Универньюз.